Так, это вроде шестая часть, не помню какая. Пятая вроде. Алмазов. Не уйти отсюда поскорее. Слушай, мне нужны алмазы. В принципе, нам всем нужны алмазы. Нам всем. И в принципе, я нашел какой-то странный. А кирка где? Где она была? Я уже обосрался. Я внимательно исследую и не вижу ни единого пока что алмаза. Это большой шаг. Это не алмаз, это золото. Это не алмаз, это мешок. Свали. Опа, полетел. You come in yourself? Ахахаха. Так, я пытаюсь понять, что мне делать. Ага, что мне делать? You come in yourself? Я это, в принципе, понял. You come in yourself. Бомбит, да? Бомбит. Бомбит. Да не ори. Все нормально. О, господи. О, май гад, я обосрался. Чего? Я лечу, я не смотрю вниз, я падаю. Я думал, там все, типа, я упаду и смерть. Но нет. Там была маленькая это. Кал. Ха? Ха? Так, не единый вал. Ой, кто ходит, офигели? По-моему, там алмазы. А где щит? Bro, you look like a shit. You look like a shit. Да не, я не думаю, что там алмазы. Я не думаю, что там алмазы. Кто знает, кто знает. Я вообще пошел туда. Мне это больше всего интересует. Когда вода рядом с лавой. Бомбежка. Как красиво. Невыносимо. Опа, не падаем. Опа, не падаем. И съем сюда. I am don't see you. And you gay? Ахахахаха. You stupid monkey. А где? А где дядя? Где? Не, если я там не долечу.
Ну что там такое? Бля. Зря я сюда пошел, надо было идти туда. Если бы я мог перемещать. Ай, время. То я. Можно алмаз, можно алмаз, можно алмаз, можно алмаз, можно алмаз, можно алмаз. Это ты, да? Не смешно. Демон бусы, я сказал, не смешно. Я не смеюсь, значит не смешно, ты меня понял, ты черт. Лишняя часть. Нет, она сгорела. Незнакомая летучая мышь. Мы, я буду тебя помнить. Я буду тебя помнить. О, алмаз. Класс. Спасибо за то, что ты меня подкормил. Можешь еще? Можно еще, пожалуйста. Азия. Жаль мне алмаз, жаль нам фигня какая-то. Спальный мешок этот. Хлопчик. Все опять будут I say. Все будут говорить тебе, да? If you... No, I don't know. Well, you know, so I don't know. You know. Страх. Страх. Еще алмаз. Спасибо. Я тебя обожжу. Спасибо, 14. Еще хочу. Давай до стека дойдем, и тогда мы будем в расчете. До целого стека дойдем, тогда будем в расчете. Окей? Брат, надеюсь, мы в договоре. Надеюсь, мы договорились с тобой. Понимаешь, брат? Брат, мы с тобой договорились. Я в туалет. Обоссался? Я давно не ходил. По маленькому? Нет. По большому? Да потому что я сегодня жестко поел, ты помнишь, борщ. Чаем, потом рулет, потом... Постарайся как-нибудь по-быстрому. Угу, окей, сейчас. Спасибо. Ладно. Ах уж усрать. Блин, у меня чай уже кончился. Спасибо. Смогу. Приятного тебе аппетита, мам. Когда Влад ушел, было 14 алмазов. Да, 14 алмазов. Придет, как думаете, изменится ли количество? I see you. Бабка крайне на минималках.
А эта кирка не тоже она жесткая? Еще и свет придает. Это вообще офигенно. Как думаете, тут будет алмаз? Я надеюсь, что он будет здесь. Пожалуйста, пожалуйста. Алмаз, пожалуйста. Назовите мне в коллекцию алмаза еще немножко, пожалуйста. Штук там 20. Чтобы было хотя бы рядом со стаком. 54 максимум хочу. Да ладно, ладно. Шкибиди топ дом дом ес, ес. Шкибиди Коля. Ой, шкибиди. Я ничего не говорил. Я пошутил, на самом деле. Никому этого не говорите, поняли? Никому-то не отсылайте. Никаким кулям это не присылайте, поняли, да? Сам Юкей. Что, Юкей? Думаю, надо поставить на пару. Короче, Влад уже не приходит пару минут. Это очень странно. Это очень странно. Его нету уже дофигища. Дофигища времени его нету. Я говорю, что его нету. Он тут стоит. В гости у меня. Он стоит, короче. Так, все, мы продолжаем, ребята. Да, все работает, все работает, все работает. Штативчики, камеры. Так, сейчас я здесь кое-что чекну. Испытывай то чувство, когда в моем кармане было пусто. Влад, тебе тоже немножко страшно? Да я и не страшно. Крипер, не взрывайся. А, это только... А Эндермен ведь не достанет, если я его ударю? Как ты его ударишь? Сейчас, стой, я против скелета файчусь. Да.
Давай, убей. Я убиваю Эндермена. Имеется. Я ж обосрался. Господи. Я забыл еще команду прописать, чтобы скопировать. Что я высрал? А не, я все правильно сделал. Я все правильно сказал. Пать? Нет, пока поделаю что-нибудь. Мне надо пороха. Ой, какой малыш стоит там. Ой, кто там еще летает. Красивенький такой. Вообще красивый. Нарядный. Я что-то откажусь, пожалуй, нет? Отказаться ведь можно всегда, да? Господи. Давай. Ой, господи. Спать, спать, быстро спать. Ну только траголодит. Только траголодит. Быстро спать. Сейчас. Кто только траголодит? Это такой чел. Большой, красный, с головой длинный. Это его звуки. Ты чё во сне рыбачишь, я тебя чё разрешал? Так, я хочу тоже порыбачить, так что я пойду, пожалуй, на настоящую воду. На этой. А? На этой чё нет? Настоящий будет получше, полегче. Ой, какой полегче. Сейчас я здесь криперов пока замочу, мне нужен порох. Хорош. Так, еще один Little Bro. А где? Вот там, видишь. Кто там? За нами Стив и Алекс. Вон. Просто наверх спойся, они к нам не подойдут. Как... Наверх спойся. Фу, он умеет лазить, алё. Он лазить умеет? Он залез ко мне, я сдох. Это вот это... Привет. Привет, это только это. Зачем за нами смотрит все? Это я, кстати, мод добавил на листья, чтобы не падали. Лососька. У меня вообще никто. О, седло. Бу. У меня уточка, везучий рыбак 3. Почему ничего такое не выпадает? Какие меня ломают, что такое выпадает? Кто-то появился. Угу. О, клюет. Давай ко мне. Ой, мне попался еж. Видишь? Видишь, я на него посмотрел.
Я понял, надо на него смотреть, надо на него смотреть. Слушай, я, пожалуй, тоже убегу. Почему он тебя убивает? Ой, меня убивает, а тебя нет. Почему? Я тоже тебя спомнился. А? Если бы он звук жителя, то я бы не знаю. Если будет против нас житель, то мы его можем просто завалить. Рыбофогу, везучий рыбак 3. Два лосося, три сырой трески и два ягуар-брюха. Я седло сразу же попало еще один. Шаушан было бы интереснее. О, ракушка. Я бы приручил шаушана, я не знаю, как его приручить. Я его пытался рыбой. Но он... Я тоже. Не успел. У тебя есть две нити? Кто? Так, из ДСа. Не учимся. Ой, кстати. Всё. У тебя не будет две нити? Две нити нет. Блин, жалко, у меня просто одна есть. Знаешь? Или у тебя нет вообще? Нету. Ну, именно сейчас нету. Ты знал, чем дальше, тем лучше. Фига мне везет, слышишь? Чё тебе попалось? Рыба... Не... А ты подпрыгни. Ну прикольно, чё, просто посмотрим. Там разрешаю смотреть. Ну возле нашего дома никого нет. У них двое. Прикинь, мы с тобой говняны. Это страшный бит, у меня рыбка попалась. О нет. Всё, я думаю, я на. Я тоже дома положусь. Я не хочу тоже отдыхать. Бери меч. Да у меня нож есть, кинжал. Go sleep. А нет, не могу. Спать не хочу.
у меня 19. Это моё, что ты трогаешь? Вон, я одну. Ага, одну, одну. Так, это мы там. Это... Откуда у тебя? Уже. А? Откуда она у тебя? Я ее сделал. Да и ничего. Окей, на, держи. Да не надо. Не надо. Я тебе уже дал, все, быстро взял. Эй, нет. Что? Зачем ты ее выкинул? Я ее не выкидывала, но не надо. Ах, слип. Именно туда, а если я пойду туда? Это, наверное, где-то монстр. Я могу пару слов зайти. Прям на связи из зада. Алло? Алло, да. Не слышно? Да, 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 да. Я в аду. Угу. Тут очень страшно. Видите этого брау? Он плохой, он пока. Я предпочту отсюда уйти. Что я не хочу в ад идти. Я хочу, конечно, шляпу делать. Кстати, куда я сейчас сиреноголовый? Сиреноголовый, сиреноголовый. Сирена.
Это корабль! Это утонувший корабль, ну-ка, чё там? Чё внутри утонувшего корабля? Те самые кликбейт ролики на ютубе. Так это не только... Мой это не кликбейт, это Майнкрафт! Ай-яй-яй! Ты чё, чёрт? Чё ты, чмошник? Чё ты лыбу давишь? Этот крик слышно. Что сделал? Гаечный ключ. Ну-ка. Ни единого сундука, что ли, тут нету, ё-моё. Excuse me. Что тут ничего нету? Я просто так время потратил. Хоп. А? Герман. Мауч. Какие у тебя не самые нужные вещи? Все нужные. А чё? Да так. Говори. Спросил просто я. А? Я просто спросил. Ты уверен? Я пошел в пещеру этих монстров. Окей, папа здесь. А? Стоять.
Я хочу шалушай ударить. Я шалушай убил. Братик, извини. Почему шалушай извините сделал? Мне интересно. По-моему... What the fuck? Что это? Ты чё? Метеорит? Что там делаешь? Кого хочешь? Кого хочешь? Кого? Ухо чешется. Зачем? Там за песком еще надо идти. Мне тебе за песком или нет? Да зачем тебе песок? Очень сильно. А стекло зачем тебе? Расширять дом наш. С помощью стекла? Ну да, мы у нас из чего? Из деревьев. Ну да, а скоро будет из стекла. А в чем прикол? Стекло прикол. То что его сломают в пару секунд, любой монстр. Зато прикольно выглядит. Вау, как прикольно, слышишь? Вообще, мне очень нравится. Ложись спать. Наконец-то утро, проспали на улице. Я вижу золото. Азам. А за алмазами я и так не пойду. Да, и так то, что я обосрался. И так то, что я не хочу. Ладно, нет, я захотел. Вот, что я... Алло, нам надо очень много железа. Зачем нам очень много железа? Ты же говоришь, что моя... Что у тебя нету? Она очень надежная. Что? Ну, короче, ладно. У нас есть и так железо, гений.
Значит, будем делать из надежного. О, господи, я ж не упал. Блин, я уже обрался, что там алмаз, но это не алмаз. Башка кипит. Господи. Ё-моё. Чудес за ад. Ну это шахта, напоминаю. Это не ад, это шахта. Алмазы. Мои любимые. Пять штук алмазов, кайф. Так. Чтобы не запотели, нельзя потерять всем. Чтобы не потеряться. Так. Как? Я пытаюсь поднять. Теперь на том вроде, надеюсь, будет полная защита. У нас? Что у нас там? Надеюсь, наш дом будет в полной защите. Он так вроде в полной защите, нет? А из стекла? Вау, из стекла, вот это защита. Понимаю. Так что... Защита миллионного уровня. У нас будет новая защита. Я прибыл туда. А нет, я не знаю где. Нет, я знаю где. Если станет скучно, то я. Опа! То я рожу. Что я высунул? Это крыло летучей мыши. Фу. Бедная мышь. Ну просто же спокойно летает. Я ненавижу ее. У меня аж пробило кал. Так, лава плохая. Но я не хочу тебя перекрывать, потому что у меня попадет свет. Угу. Можно алмазиков, скажите? Великие... Просто... Не надо было сдох. Как сдох? А, ты написал kill. А зачем ты сдох? Объясняйся. Реально важный вопрос. Ну, скажи, зачем? Я в яме застрял просто. А блоки? Блоки? А я забыл про блоки, да, Влад? Ты это хотел сказать? Сразу говорю, в нашей площади можно пробовать. Эту я понимаю. Уже нормальная немножко шахта. Прям как из Майнкрафта старого. Все равно не очень новая часть, конечно. Она давно вышла, наверное. Но я не знаю.
Мастер дом будет из камня. Алмазики. Чудом размахивать. Надоел своим чудом размахивать. Что я у тебя его вообще не буду, ага. Ух. Как хорошо. У меня 9 алмазов, кайф. Я прям жопа чувствовал, что тут алмаз. Это еще один алмаз, я уже обрадовался. Но, увы, это не алмаз был. Женщина, не плачьте, все будет хорошо. I don't come back. I did not come back. Бедная летучая мышь, что ли? Сам такой. А, видимо, летучая мышь вот так вот летит. Ого. И стукается. Мне кажется, ли мы продолжим в следующем ролике.